Всем привет! Продолжаем видео о том, что удалось снять с генератора импульсов. В данном обзоре будут одни микросхемы. Вот 4 штуки таких микросхем. 0.12.12F HP 0.81.60. И 2.944.12. Далее 3 вот таких микросхемы. 81 год, 5 месяц. Моторола. К сожалению, она раскололась. Производили ее в Малайзии. 40 выводов. Приблизительно цена и около 100 рублей. Дальше. HP микросхема. Похоже, американская. На 24 вывода. Приблизительная цена 30-40 рублей. Это буква S. Насколько я знаю, Seagate фирма. 80-й год, 41-я неделя. Тоже на 24 вывода. Также рублей 50-40 будет стоить. Далее идем. Куча вот таких микросхем. Очень тяжело их было снимать, поэтому по большей части они все поломанные. Вот такая подложка внутри была с позолоченным чипом внутри. Сами микросхемы HP фирмы. Вот они все разные. Есть 18.58, 18.26, ну и другие цифры. Очень много их. Потом в описании все укажу. Но они, скорее всего, пойдут весом. Даже не знаю почем. Вот такие вот они. Выглядят, конечно, богато. Далее. Было 5 вот таких индикаторов. Довольно неплохо они смотрятся. Тринадцать выводов. Почему-то, не знаю почему. Тут написано, что их выпускали в Корее. 80-й год, 50-я неделя. Ну, рублей 30 будут стоить, я так думаю. Ну и самое интересное, друзья, о чем я вам хочу сказать, это вот обычные пластиковые микросхемы. А что здесь необычное, то что у них тоже присутствует позолота. Обратите внимание, фирма Motorola, вот она раскусанная. Внутри стоит чип позолоченный. Также в корейских микросхемах керамический корпус, а внутри желтый чип. Но это тоже тех годов, начала 80-го.
Начало 80-х годов прошлого века. Тоже присутствует содержание позолоты в импортных микросхемах. Сами видите. Поэтому каждую надо раскусывать и смотреть на изломе, что есть внутри. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!